В настоящее время, как никогда, актуальна военная подготовка для наших допризывников. Защита Родины – это священная обязанность для каждого настоящего мужчины. Это прекрасно понимают славянские старшеклассники, которые активно участвуют в учебных сборах. Они отложили на время школьные учебники, надели камуфляж и встали в строй. На территории первого лицея собрались допризывники со всего района, чтобы принять участие в открытии учебных сборов. Собравшихся с началом сборов поздравил председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Я уверен, что 5 дней, которые вы проведете в полевых, так сказать, условиях, они немножко погрузят вас в ту армейскую жизнь, ваши командиры научат вас азам военной службы, вы получите определенные навыки, я думаю, что будут физические нагрузки, но я уверен, вы их выдержите, потому что современный воин должен переносить все тяготы и лишения воинской службы. Дорогие ребята, ваши сборы проходят год 79-й годовщины победы великого советского народа в Великой Отечественной войне. И вот такие сборы – это дань памяти наших дедов, прадедов, которые сломили хребет фашизму. Курсанты будут на практике постигать основы армейской жизни и закреплять полученные теоретические знания в ходе подготовки. Ребята смогут продемонстрировать свои физические и морально-волевые качества. Они будут совершенствовать свои навыки в разборке-сборке автомата, стрельбе, физической подготовке, надевании средств индивидуальной защиты. Помните, какой ценой завоевано счастье, какой ценой завоеван мир. Сегодня наши отцы, братья, сыновья выполняют свой долг. Не все, к сожалению, возвращаются домой. Но помните о тех, кто ценой своей жизни предоставил вам мир. И учитесь военному делу настоящим образом. Сборы нужны, чтобы закрепить уже полученные в ходе учебы знания и умения. Ребята готовы для серьезных занятий по отработке практического применения полученных в ходе школьных занятий теоретических знаний. Надолго запомнятся им занятия по строевой, физической, огневой подготовке. И еще важно, что допризывники действуют сообща, в команде, стараясь чувствовать плечо товарища. В армии это очень пригодится. Будущие защитники Родины проходят такой курс армии, школы, который станет хорошим фундаментом для формирования настоящих воинов, которые смогут постоять за свое отечество. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».